Друзья мои, на канале Front Betway у меня еще одно событие, не мог я его пропустить, на 19 марта для вас, для моих уважаемых подписчиков. Поставьте, кстати, лайкос, кто меня тоже уважает, кто еще не забрал бесплатный экспресс у нас в телеграм-канал, как всегда, с утра до вечера лайф-линия, много бесплатных экспрессов, проходимость 9 из 10 практически ежедневно, ссылочка в описании под этим видео, переходите в наш телеграм-канал. А матчик у нас на 19 марта для вас в 22:45 на чемпионат Италии. Серия А, тур 30, Кальяри встречается с Миланом. Ставить мы будем, друзья мои, в БК Малбет, естественно, больше мы никого не признаем, только наш официальный, проверенный нами Малбет, где мы храним огромные суммы, не боясь за то, что у нас там урежут счет, как в других, да, делают. Не будем их называть. Вот, я всем советую завести счет, пополнить хотя бы от 100 рублей, от 500 рублей там, и играть в нормальной классной конторе. Плюс вы получите бонус до 19500, там ваш первый бонусный депозит. Ссылочка в закрепленном комментарии под этим видео, переходите. По матчику Кальяри-Милан, друзья мои, ну что здесь сказать, чисто даже в статистику я не стал никакую заходить. Ну, Милан есть Милан, друзья мои. Кальяри, ну куда? Мне кажется, еще на голову надо подрасти, чтобы достать хотя бы до подбородка Милана. Друзья мои, я все-таки с подстраховочкой, не знаю почему, но вот чуйка какая-то у меня есть, что может и ничья быть, да, здесь. Потому что уже доказано это и испанскими клубами, как Леванте, да, обыграл с коэффициентом 12. Атлетико Мадрид вот недавно. Поэтому, друзья мои, с подстраховкой вот так аккуратненько x2 и тотал матча больше 1,5. 1,5 нам предлагают. Милан не проиграет и в матче будет минимум 2 гола. Поддержите лайкосом, если согласны. Если нет, тогда дизлайкосом. Друзья мои, оставайтесь с нами. С нами очень много интересного. Победа за победой.